Пункты пропуска Жибек-Жолы и Хапланбек на казахстанско-узбекской границе не прекращали свою работу ни на минуту. Информация о том, что переходы закрыты, недостоверна. КПП работают в штатном режиме, и граждане могут пересекать границу. Подробнее в нашем материале. Это один из двух крупнейших КПП на казахстанско-узбекской границе. Здесь в установленном порядке осуществляется контроль и пропуск граждан. Работа кипит днем и ночью. После прекращения работы ряда казахстанских аэропортов, желающих попасть на родину через сухопутную границу стало еще больше. Среди них казахстанские студенты, туристы и транзитники. Через этот контрольный пункт сейчас проходят граждане Казахстана, прибывшие из Стамбула и Дубая. С нашей стороны предпринимаются все необходимые меры. Мы на связи со студентами, объясняем им ситуацию. Также к нам обращаются граждане Узбекистана, чьи дети и родственники находятся в Казахстане. На сегодняшний день на казахстанско-узбекской границе функционируют два КПП. Таможенный пост Жибек-Жолы, где производятся основные пассажирские потоки, и Капланбек. Там осуществляют пограничный контроль грузоперевозок. Остальные КПП временно закрыты из-за пандемии. В связи с последними событиями в нашей стране в действующих пунктах усилили контрольно-пропускной режим. Ситуация стабильная и находится под контролем, отметил посол. КПП работают в штатном режиме. Транзит грузов. Даже в период пандемии, когда у нас был локдаун по всей стране, по всему миру, он не останавливался. И сегодня тем более не останавливается. Единственное, она может быть связана с проверочным мероприятием, немножко может быть небольшие заторы, но никаких остановок по товарообороту, по грузовым транзитам нет. Ситуация стабильная и находится под контролем, отметил посол. КПП работают в штатном режиме. Асям Хасянказа, Ирауан Манбаев, Хабар 24, Ташкент.